Там уже хожу. Не знаю каким макаром, но на него побежали, плюс у него фул хп было. Что-то новенькое, нахуй. Я не выбегал, я стоял в куче. Ну, вот. Не знаю, что они выбежали. Мне просто кажется, что ДК не танчит никогда, о чем пол. Ну, типа, надо любого танка, кроме ДК. И мишки. Блять, я закрывал уже чемпов за ТК, нахуй, танчил, блять, раз 7-8, нахуй. До этого, сука, было все нормально, нахуй, сейчас начались проблемы. Ты хочешь сказать, да? Именно сегодня какая-то хуйня. Ну, по факту, это все разы мы падаем от того, что мильки к нам бегут. Один раз мы падаем. Блять, там был вот... Ладно, короче, пизду. Если вы этого не видите, нахуй, даже не буду спорить, нахуй. Ебалый урод. Отчет даю. Один. Припоты пейте, поехали. У вас забери фантаст мне. Печенку контроль. Все мрачно собой. Мрачный, стой, пожалуйста, в одном фрейме со мной просто. И во власти крови. Власть льда, ну, если что, когда тебя начнут бить, тебя обратно вернешь. Ханта, контрол. Я понял. Я сейчас помру. Можно подхил? Там мы сдохли, нахуй. Понял. По печенке. Разрывной выстрел. Порчу. Понял. Почему мы сдохли? Там бабл или боб нажать, чтобы вас не били. Нажали. Понял. И хан тебе пинал все равно, да? Когда ты нажал бабл. Не побежал к паре. Нет, он не побежал, блядь. Именно после этого я сказал, Влад, забери с меня ханта, блядь. Ты уже после бабла хан... Я даже когда я был в бабле, блядь, хан продолжал хуярить меня. Если бы кто-то забрал, просто они там... Жалкая тряпка. Вставайте, ждите, сейчас будем заходить. Заходим. Они хотели запятнать честь Альянса. Они пытались нас оклеветать. Я требую справедливости. Тирион, позволь моим чемпионам сражаться вместо твоих рыцарей. Мы бросаем вызов орде. Хорошо, да будет так. Сражайтесь с честью. Сражайтесь во славу Альянса, герои, во имя вашего короля. Это было лишь пробой того, что ждет нас в будущем. Сарду! Еще этот, ну, может, ДКшники все-таки вкачают талант? Воля мертвых. Ну, типа, вы умираете очень много. Хилы говорят, что тяжело вас хилить. Да там и хилов убивают, если хило бы не убивало, блядь.
Не, ну это как предложение, что можно сделать. Можно, конечно, дальше продолжать. Просто, блядь, бабл 10 секунд висит, а потом мобы, блядь, продолжают хуярить. Если бы кто-то их, ну, фернул, там, не знаю, в овцу превратил. У нас-то нет контроля. Максимум их там. По рамбу первым будешь играть. Я сейчас не в каче, я сейчас его... Потому что он не в каче, нахуй. Мне нету третьего спека, нахуй, под него. Да, на тот замс бегу. Специально по чемпову качать, и по оперу, который я не хожу, блядь, за ДКшника. Такое, нахуй. В АДК был, да, он в каче, никак. Ну, ДК там по-другому. ВДК, ну так ВДК тоже нет таланта, я в курсе. Ой, короче, блядь. Именно и поэтому я умираю. Сука, люди, все нахуй, не бесите меня, пожалуйста, нахуй. Вот этой вот хуйней, блядь. Из-за таланта я умираю. Если я сейчас, сука, нахуй пойду его переделаю, нахуй, я опять сдохну, нахуй, я тебе сниму фул ЕП, согласен, блядь? Блять, я тебе дам на это 3-4 пула, нахуй. Ой, заебала, давай. Вот эта вот хуйня, нахуй. Просто, ну, скажи, может, какому-то одному магу или одному локу, чтоб спалов фернули, там, хуй знает. Баблы проходят, блядь. Да нахуя, я, блядь, я назначал 10 раз, кто кого контролит, нахуй. Если люди не контролят, нахуй, то поебать, нахуй. Ну, что я могу сказать, нахуй? До этого, сука, закрывалось, до этого танчил, все нормально было, сейчас вы, сука, доебываетесь до таланта этого, Иван. Я сейчас хуйня, я сейчас пойду перекину, нахуй, это две минуты займет, нахуй. Один хуй, я буду дохнуть, нахуй. Так же, блядь. Сейчас я сдох, нахуй, вообще просто из-за того, что хулипалы, нахуй, сдохли. Оба, нахуй. Их убили кастеры, блядь. Потому что вам было похуй, нахуй. Яша, ты тут? Чё отдаю? 5, 4. Чё он 2 минуты висит? 2, 1. Ромб играйте, поехали. Но они в хилов идут. Бабл здесь. Готовьтесь, мага играть. Я умер нахуй. Из-за таланта бы выжил бы сейчас 100%. Там тебя хуярили мобов 100, блядь. Просто пиздец. Ну, блядь, просто смотри, ну а вот на хулипалов сейчас пошли мобы. Ну, я не знаю, что они там кикнули, каст, нахуй, или вы там отвлеклись. Но мне за 4 секунды, блядь, зашло прохило. Сейчас вам, блядь, скажу, сколько нам. 700, нахуй. За 4 секунды. 7000. Еще плюс 6, это, блядь, 13. 700. Ну, 25 тысяч прохило, нахуй, за 4 секунды по мне зашло. У меня 60 там с копейками тысяч хп. Плюс там я избаут нажимаю и так далее. Уберем 15%, нахуй. И делаем вывод, нахуй. Талант помогает или нет?
Я тебе, блядь, сейчас привел нахуй пример математики, блядь, обычной. Ебаной обычной математики, нахуй. Почему ты не хочешь шанс на выживание? Посмотри мою, сука, смерть сейчас. Вот скажи, нахуй. Убери 15%, нахуй. Через сколько, нахуй? Вот добавь эти 15%, условно добавь, блядь, 0,30, нахуй. Не, ну почему ты просто не хочешь увеличить шанс на выживание, что тебе успеет долететь какая-то там кулевая лишняя, блядь? Ну это просто 15% уменьшения дэмэджа. Ты понимаешь, что если нахуй мобы идут на хулипалов нахуй, после бабла нахуй, ну первый раз они баблят, второй раз, это не переживается вообще никак нахуй. Неужели ты этого не понимаешь нахуй, ты будешь не доказывать обратное? Да ладно, все, давай дальше умирать, похуй. Хуйня, сейчас я нахуй таланты сделаю. Смотри, сейчас, если нихуя не поменяется, нахуй, потом нахуй посмотрим, блядь. Если до человека не доходит, сейчас я человеку докажу это нахуй, досконально нахуй. Да он прав, Кирилл. Ты сейчас горишь, но он прав, блядь. Чё тут? Еще, вот конкретно, я понимаю, что это поможет, нахуй, условно, в некоторых ситуациях, но в последних ситуациях, которые, блядь, вот сейчас... Во всех ситуациях это поможет, в каждой ситуации это поможет. Вы ебанутый или что? Я вам только что, нахуй, объяснил, блядь, из-за чего, нахуй, умираю, блядь, из-за того, что хулипалов убивают мобы, нахуй, убивают ебаные мобы кастеры. Как, сука, блядь, мне это поможет выжить, сука, нахуй? Ты не горите? Как, блядь? Чё вы так ругаетесь? Вы, блядь, этого не видите или что, нахуй? Ты несколько раз умирал, что тебя просто хулипау не смог поднять, блядь, когда ты пуляешь. Он говорит, о, ты под минус. Ты понимаешь, у меня... Смотри, блядь, на эту хуйню. За мне за 4 секунды, блядь, заходит 20 тысяч отхила. 20 ебаных тысяч отхила. Это сейчас так было, но были полы, я тебе говорю, где ты просто сдыхал с хорошо, пола. Хорошо, если второй пул, нахуй. Если хулипау не хилит, ну, Второй. Предыдущий пул, смотрим дальше. Сейчас я вам нахуй скажу, 1010 нахуй, 6016, за 4 секунды по мне зашло 16800 хила нахуй. Это который предыдущий пул был, следующий пул смотрим. Сейчас нахуй. Так, 13400, 6420 тысяч. 21 400 за хило за 4 секунды. Это уже, ну, это про три пула говорю, нахуй. Блять, да дальше. Вы съебали, ну серьезно. Вообще похуй. О, нет, сейчас подожди, у меня там докажу. Просто в рейде нажмите кнопки, нажмите контроль. Да подожди, сейчас умникам просто докажу, нахуй. Они просто к таланту доебались, нахуй. Дальше, четвертый пул. 1000 12, нахуй. 12 000, так, 7700. 18 нахуй. 22 тысячи за 4 секунды нахуй. Талант спасет нахуй. Сука. Сражайтесь во славу Альянса, герои, во имя вашего короля. Это было лишь пробой того, что ждет нас в будущем. Сарду! Сейчас я даже еще короче черви нахуй вкачаю, блядь.
кстати, у тебя получается где-то 15 минут осталось со шмотки, да? Да. С ним пол сделаем, потом разрулим. Еще на пол бы. Что-то на реально пойдешь? Налево пойду. Наверное. Ну да, руку перекину. Опа, что за... Сейчас талант засейвить, ебать, проверяйте. Я что тут? А чё, да? 5, 4, 3, 2, 1. Терпеть. Эх. Дишка, блядь, на него рок побежал. Тереть максимально. Останься один не умирающий. Шаву, контролем. Настя, глыбу нажми. Настя, глыбу нажми, пожалуйста. Глыбу нажми. Спасибо. Хамзу, дать контроль. Смерч. Настя, Настя, боб, дайте, Настя, боб, дайте, 0-2, я боб, уже давал, 0-2, я уже давал. Настя, уйди куда-нибудь подальше, пожалуйста. Старайся на фул мини поднимать, не умирающий. На фул хп. У меня 2 милика всего лишь бьет. Поставь контроль. Смерч дернулся, вот что-то другое. Грипните сюда, Марк. Рогу контроля, рогу контроля. Респом. Рога ДР, смерч. Что с ним делать надо? Посоветуй что-нибудь. Людишки, дайте каплю какую-то, больно помню. Косноязычие, Локи, накиньте, пожалуйста, на РДД, блять. С один блок, не справится. Два. Да печка сильная. Накинет.
Смотри, спал. Печенку, блока играем. Контроль ханта. По сове продлите. Сетай ему что-то, дайте капли какую-то. И нафида Инер по неумирающему. Надо мне только по стене. Понял. Всех маг. В сове обновите что-нибудь. Я смерчу. Полусмерчую сову. Сейчас стоя, ферну сейчас. Okay. Дизарм по ханту вкиньте. Да, мисс по сове. Я и дальше смерчу. Я видел. Я отдал контроль. Я не бань скинули. Больно. Ферните сову кто-нибудь. Посовет дать таргету. Все, хорош. Я ханта смерчую пока. А если сколько лок там? Я могу смерчевать? Я еще не смерч кидаю. 7% лока. Еще смерч кинул. Потом по сове потом. Не, давайте по ханту. Сове, сове, сова. Сова. Хотя хант. Сову легче контролить. Ханта бить, ханта. Сову смерчую, фул. Зарм дал. Еще раз смерч. По престолу для декана надо обновить контроль. Желательно эфир. Сова. Экситайма. Ладно, его там прям задушили. Инфитайбер по нему воет. Боб, скинь по нему. Так, где сова? Я сову фул смерчаю. Сове надо вообще контроль дать, смерчи дыр. Все, хватит. Сову сейчас будем играть потом. Ну, он эфире. Идите сюда, сову. Он эфире сейчас, там 4 секунды, потом гриппается. Не обновляйте просто эфир. Грифните убивать. Стам, что ты там прыгаешь? Скажи, зачем ты вот ко мне пошел? Я? Да, забрал на себя лапу. Я на месте стою на стопом, блядь. Если ты не заметил, он в центр пошел. Ну, я слушай, стою на месте. Ну я Вара. Специально кликнул на тебя. Вара, ты встрефнулся в сторону. А потом, блядь, у нас пул идет нормальный. Вару контроль. Мерчу, блядь, промах. Мерчу Вару. Сове просто кикайте косты, можно не контролить. Вару после этого смерчаю. Можно импас приста снять своего, блять, он все контроль сбивает. Шаку, дайте контроль какой-то. Я рогу буду контролить пока. ДК соло выживешь после ДК? Да, только мне надо еще лут разролить, на то же время закончить. Шаку, отведите. Приз в центре, либо фир, либо смерч. Иди хилерей. В рогу. Я смерчу. А на фир закинул. Не умирающий, иди хилерей. Иду. Я загу тебя обновил. Потом... А по роге или по вару? Рога. Вара не надо. Эта хуйня надо кому-нибудь вообще? Я думаю, Лему надо. Да. Ставьте, мы добьем. Шаман возле двери, надо обновить контроль. Фир или смерч? Ставки быстрее ставьте. К вару не подходите, гриппать его, если можно. Мрачный, иди ко мне. Роги больше не спадите, я там постоянно обновление висит. Хилов тоже, перепроверяйте, контролируйте, чтобы они... Руты, поддержите вара. Все, отлично. Ну там смерч, наверное. Так, аус 550, окей. Дальше. Кольцо надо кому-то? Так. Рутая вара, рутая. Блять.
мисс. Там Ильям дальше ставит 600 уже. Играйте, повар. Видите, Ваня? Элем 600, аморали. ФДК может слезть с пау и бить повару. Кольцо надо кому-нибудь? Быстрее, ребят, делать ставки, потому что время заканчивается. Эх, так весело. 5 минут косты паладина кикал. Я в саму в клетку зашел. 10 на кольцо поставил, если никому не надо. Окей. Ну что, получается, талант выиграл? Да, именно талант, когда меня не били нахуй вообще, блядь. Совпадение нахуй. А не талант нахуй. Ну забавное же совпадение, согласись. За проеб, я слышал минус фу, типа, а за вин, типа, x2 будет сейчас или что? Я казиноч выиграл. Джекпот, да, выиграл? Эта хуйня надо кому-нибудь пояс? Давайте быстрее, 40-45 секунд осталось нахуй. И за нож будет тереться. Приз потоньше будет, быстрее упадет. Бегите забирать шмотки. Убейте саму, он за клеткой, блядь, мало ли что с ним, блядь, будет. Аморалити, где 500. Приз на 0, меньше хп, он быстрее упадет. Ты видишь, где саму, блядь, что выйдет, блядь, пропадет нахуй, это ж Сирус. Аморалити, стой, аморалити, стой, блядь. Вывели оттуда. Пояс никому этот не надо. Знаете, еще и пояс за 10. Или 510, морально. Да мне не надо это за 10, говно. Ну ладно, поясни. Минус 10. Да пусть бегает заперёт, слышишь, Кирилл? Да я уже дал. Я почти не могу, да? Единственное, что я проебался нахуй, это, блядь, захват рун не вкачал, что я скажу. Ну ладно. Хуйня талант, кого одужно. Ну ладно. Как говорил Фендрир, на ДК можно без талантов танчить. Гол по паладин. Ты что, на 2,5 таланта для танка? А, я не умираю. Это чисто интересно сейчас. Совы больше контролили или бревно? А я везде, я тут столько смерчей высрал. На прошлых плахах там хилить надо было что-то, а сейчас люди урон не получают. А, ну давайте дальше нахуй это кольцо. Косноязычие сильно сокращает входящий урон. Это 10. Да, но если контролится, понимаешь, два лока, которые контролят эти таргеты. Да и просто ДК не шел. Шаманы, друиды и так далее, оно вообще никакого урона не проходит. Косноязычие позволяет людям быстрее среагировать на кик. Точнее, больше времени есть. Они там что, по 0.5 кастят, чтобы реагировать туда было? Сам факт то, что если человек катит в одного фейра, надо второму дать кик. Допустим, тем же петом, там Дестрикс Фоллхантером бегает. То он успеет. Можешь Ремелика вести к нам? Просто, по-моему, саверует так. Не, он дело говорит, но типа лучше вообще по мне так нахуй. Если люди не могут законтролить, то это, ну, кикнуть это пиздец. Он условно, где не хватает контрола на хила, то лучше условно по хилу дать этот КС, чтобы было пили. Типа, ну это так мое мнение. Ну просто одна кнопка, она тебе и урон входящий уменьшает, и хил по мобам уменьшает. И у нее нет ДР, самое главное. Я в курсе. Филинтрав за... Они все рулят на успех, у них мейн другие. Чё, голос за 10 заберу. Похуй, без похуй. 10 за 10 сними. Ладно, забирай. Филинтрав. А он у нас билет? Лодька, в двух домах. Я за это шею хожу, знаешь, кукар?
Опа. Топорик. Видишь, тебе ИП и тратить надо, у тебя есть на что ей тратить. Слушай, я 10 потрачу. Ретинг касаем. Где-то плачет один кейс Токиома. Все нормально уже давно спустя. На какой косяку там Ориона плачет? Фу, шмот Каргера полутал, хули ему плакать будет. Спасибо. Ну, утешение. И трофеи рольните пока, пока нам ставки. Камержейка, попробуй зайти. 1500 на утешение. Там тотемы слева не уберутся? Еще 500. Окей, давай, блин. Зачем тебе только на хули пало утешение? Ты не заметил, я и хожу с утешением, я не хожу с юбилями. Я бы сказал, загадка века. Но. Дело твое. Все тихо, успокойся. Огонь взял. Или ты возьмешь? Так, мрачный. Возьмешь светлую, потанчишь темную. Хаммержейка с нами, не? Ну, вроде да. Симануть только его надо. Хотя не, он трупом что-то. Да, он может уже все опять отлетел. У меня вроде в игре пок. Погодили на узбек. Мержей какой-то это проблема. Да и он бы на ну потом. Похуй. Лобстер половишь справа сферки. Кто слева может половить? Нормальный человек. Я не человек, но я половлю. Ну, опять слетел. Господи, блядь. Сука, таких вообще. Дайте фулма в парейду, пожалуйста. Кто слева может половить нахуй? Или мне босса, блядь, потанчить и половить? Могу босса поводить и половить сверки нахуй. Хотите, блядь? Говно вопрос нахуй, поехали, блядь. Ну я могу половить, но у меня там такое, типа. Рафлан дошел. Раз некому нахуй. Давай, хорошо, половлю. Не, он, во, хотя не, он пускай войдет в пекнице и ловит нахуй. У меня сколько тысяч. ХП? 37 тысяч. Хватит? Мало. Войдет, пускай из пекницы в танке половит сверху слева, а то и справа. Давай я плыву. Чё? Я сам не знаю. Пускай кто лучше подъёт. Не надо. Я лучше, тогда, лучше да? Блядь, пускай хп побольше будет. Не надо, бей, блядь, из урона, все. Лучше пускай побольше хп ловит, нахуй. Я к тому, что... Чтобы наверх убили. Ладно. Блядь, я к тому, что тебя условно не прохилит, когда у тебя зеленка когда будет, или еще что-нибудь, нахуй. И нет, начнется волохня. Это ты забери, забери огонь, умираешь. Че на полба? Поехали. Забираем мрачный ромб.
Светло, взяли все парамбы, поехали быстрее. Парамбу больше дайте. Сейчас танков хилить надо будет. Все, переводим на лайсбаунд. Перешли быстрее. Кто я прохилить? У биполярка в один свет выскать. Все темные взяли, все по звезде поехали. Темную сушу взяли, белый сверки вон. Ну поднажмите его. Да, лайсбаунд побежали. Нашли. Встаемся, бьем, да. Не умирающий, да, я массакру. Не сними ее себя. Это войт этого, войт лайт, и то и прохилится. Швейбана. Взяли все светлые по рамбу поехали. Звездички, доля, блять, вам похуй? Видимо, похуй. Заранее озвучил еще до кастина. Молодцы, ребят. Ты во фростойке, что ли, бьешь Азерона? Ну да, красавчик, блять. Повоил сверки, блядь. Серьезно, блядь, штаны? Чему ты удивляешься? Я ебала, блядь. Где находишь штаны, блядь, с первым рейдом, нахуй, или когда они нужны, блядь? А так они сейчас, я там не помню. Надо на пилирейдовский. А покурить сейчас, я нахуй, мне надо идти. Надо рейдить какой-то. Два роги напыливать, что ли, будут? Пиздец. Мужиками. Нас гораздо больше. Сложи ледяную скорбь
Нерубианцы воздвигли целую империю под льдами Нордскола. Империю, на которой вы так бездумно построили свои дома. Души твоих павших чемпионов будут принадлежать мне, Фордринг. Тысяча пятьсот. Тринадцать вайпов на чемпах, нахуй. Пиздец, блядь. Бля, я так и не посмотрел, кто там контролил сколько. Бристер видно сразу красавчик. Удар по почкам, долой оружие. Забей, там талант зарешал. Звезды ебать сошлись именно из-за таланта, когда я пошел переделан. Ю-ю, ДКшник, 44% аптая маков. Это дохуя.
Хотя там я не только этот талант скачал, даже ебаные кровочерви, блять, захуярил. Кровочерви — это отчаяние уже. Ну, я уже просто, блядь, все нахуй вкинул на выживаемость, нахуй. Кроме, блядь, захвата рун, нахуй. Кровочерви хилят что-то? Да. Блядь, не знаю, 6-го хила спекать или так попробовать разок. 48 тысяч за хило за бой кровочерви. Так я же говорю, хилить не могу. Хоть шоты, но хилит. Так. Неумирающий, забери себе лед, пожалуйста. Оставьте ему лед. Остальные ауры там на касты брони. Яша, ну, что я тебе могу сказать? Все в твоих руках. Напуливаешь вот эту сторону правую, где крест. Бриспер слева, как и был. Без ханта хуёво будет, но хули делать. Пауз. На второй фазе с креста твой первый шакл, по-моему, будет. Запоминаешь его в цели, обновляешь шакл. Войд, твой второй. Вторая пачка, которая выходит, там дашь репу, либо херню, без разницы. Mm-hmm. Тоже обновляешь контроль. Сейчас Татариан зайдет. Ты по бобам не говорил еще, а то я только подошел. Не, не говорил. А, Ариан уже тут, паладин. А? Я понял. Рыбу хавайте. Вот тут вот. Ее грипнешь сверху, сюда вот, печеньку, и разобьешь ее как можно быстрее, потом босса будешь бить. В эту, ну, лужу, где печенька, напоминаю, никто не заходит. Ариан, ты тут был вообще, знаешь, что делать? Или тебе надо объяснять что-то с канал? Хэм, нет. Короче, смотри, босс очень простой. Бьешь босса, он закапывается, отходишь в центр. Здесь вот, где я сейчас прыгаю. Я на себе метку поставил. Когда он выбирает метку, ты бежишь, бьешь копателей, заливаешь. Это вся твоя тактика. Потом остальное слушай. Неумирающий будешь давать первый боб. Хотя нет, стоп. Ариан будет первый боб давать, неумирающий второй, и его и третий. На первой перифазе через один боб будем переводить. Вот, аккуратно, через лужи сбивать. Кто позбивает ферки? Ариан, ты на первой закопке не идешь без этих жуков, а ты пойдешь вот туда к озеру давать. Короче, Синг, позбиваешь сверки. Может, спекнись в дестрика, лучше будет. Слышишь, Синг? Да. А, у нас Хмер Джейка, он зашел. Хотя он, наверное, отвалится опять, пизду. Понял, что у тебя мрачный закрыт. Да, он отвалится опять, пока не надо. Если не кикнет, то тогда вот, меня. Если опять отвалится, нахуй надо. Короче, этот Ариан, потом смотри. Боб по команде дашь, я скажу по кому и когда, соответственно. Потом вернешься обратно в Мелизон убить их, хватит. Тебе только на первой закопке нужно Боб будет найти. Справишься с этим, я надеюсь, нелегким делом. Красава. Остальное просто бьешь босс. Перед второй захопкой желательно
Можешь скоробеев на себя там потаунчить, побить. Потом стаки баблом скинешь. Больше 10 стаков не лутай. Потом баблом, если что, скинешь. Ну, жвала эти. Если это сделаешь, тоже будет хорошо. Вара, выкини, пожалуйста, скоро. Кого? Вара, Вара. А, Вара? Я Вара в шестой кину. Эмиржейку пока кину вообще спать. Все готовы? Окей. Саппорты, надеюсь, у всех есть на вторую фазу выпить. А ты сама взять не можешь? Сау. Короче, на полубах. Таймер не забыть. Да-да. Экстайм, Мазеран. А чё ты? Да и бахните еще раз лапку. 3, 2, 1. Еще кто-то рыбу не поел, ну ладно. Да. Паладин, я надо не поем. Не забыл бы поставить новую рыбу. Ну ладно. И доли. И доли еще нету, и кто-то там еще умрет. Копать ли на пол? Вас начали. Ну, я не мог просто по всем быть. Динси, дай бы я понял. Тут лучше дерьмово разлиться, я не знаю. Динси, Ариан, вставай, паладин, вставай. Пала, ребахнись, копать или на пол? Нет. Меня убил. Блять. Дай нахуй пизду. Что у тебя там, блять, такое? А, ты видишь, дело уже. Ладно. Падайте, дайте диван пока-нибудь быстрее. Типа, когда если нормально закапывает. Чтоб нормально не закапывает, не надо вот тут вот уже вообще. Тупо вот тут. Не вставайте, не в том, а срез дадим быстрее будет. Подбегите только ближе. Не умирайте только. Давай, масрез. На ДК, смотри. Рыбу хавайте. Бубав полил. Да похуй. Я могу погребить, кстати. Ну типа, давайте, давайте вы вдвоем нахуй начнете, потом пойдете бить. Главное, вдвоем вместе с ее. Главное, чтобы сверка разлилась в печеньки. Да меня там одного на самом деле хватит. Я ломал уже. Я тебе еще лужу нахуй разолью, блять. Перед полом нахуй. Типа у него два выбора, у меня столгорода. Я быстрее сломаю. Да вдвоем просто сделайте это, пожалуйста. Куда же вы? Все. Фул баф, дайте поверить, поехали. Если заранее сделать, я скажу, куда кому. Лочка, покидай что-то. Короче, на полу. Всегда оставлю. А чё отдаем? Я тебе сейчас служу прямо в печеньку. 4, 3. Таймер не забудь. 1. Да, лучше. Копать или на пол? Я
Я что лучше не бей тогда. Я спрокнул. Кас, кикните мобу этому. Я что, до третьей фазы лучше тычку потом давай, чтобы не прокол вращение лезвий. Ой, копатель. Копатель напомнил. Это ничего страшного. О. Сейчас закапывается. Сколько? А камни локовские были, нахуй, что я проебал вспышку. Не бегите к лузе. Центр побежались. Центр все побежали, пока что. Кумакет побежал, Ариан вместе с Кумакетом беги, остальные все покопатели влились, дали фул ДПС. Я скажу, когда Боб дать по нему. Жди, выбери его в таргет пока что. Боб, давай. Давай. Мацан, скачок потом нажмешь просто вперед. Жди, нажимай. Красава. Все к лужу ближе подойди, чтобы жуки скапливались. Разбей вот эту сферку. Морality, заходишь в сферку. Заходишь в лужу. Без боба, блядь. Еще раз говорю. Неумирающий выбежал. А нет, стоп, ойд. Я вот тут тебе сферу разобиваю. Будешь заходить в нее. Блять, долго нахуй бегу. Скрабьев играть. Доля, беги. Просто беги. Скоробьев добивайте, потом босс умирает. Вот две сферы осталось, нормально. Как раз. На пол. Копатели на пол. Умирающий, ты даешь сейчас первый боб, войд второй. Напоминаю. На пол. Спасибо, на пол. На полин. Плюс нормально так встретить. Центр отбежали все. Там две сферки есть. Дальнюю сам разбей пока. Эту от гриппа сейчас тоже разобьем. Это что пох идите? Копатель максимально бейте. Все к лужу, пожалуйста, ближе, чтобы скоробей не бегали. Вон я лужу разбил уже заранее. Сбоку. У нас. Жди, заходи, Юй, заходи. Твой следующий боб будет на Азероне. А не, филинтрас. Аккуратно, только там лужа, не зайди в лужу. Отойдите от шипов. Давай, Боб. Угу. Скоробьев играйте максимально. Паладины, старайтесь на себя скоробьев максимально забирать. Либо маги, блоком скините, потом себя жвал. Угу. За мной побежал, окей. Я тебя фул профот, если что, если доедет. Я не путаюсь, баунт нажимать. А, нормально он вылез. Все нормально. Скоробьев добивайте, Скоробьев пилот. Мрачный, забирай их на себя тоже. Маги, если что, скините себя потом. Все, босса бейте. На пол. Я вам метку поставил. На пол копателей. Все под босса. Все под жопу босса, да. По боссу играйте. Вот он, крест. Стамину себя снимайте уже на хп, и крикваровский тоже на хп, кроме танка, соответственно. И саппорты пейте, уже пейте. Прохил. Геру давайте.
Да, мы избаун сейчас. Избаун, но прохил. Он не умирающий, на давай. Пол, я... на пол, на пол, на пол. Эма, нажимай, не умирающий. Мрачник, давай я избаун. Ферните. Не умирающий, бабл с экра, быстрее. Вот, забери лед. Магия защиту тогда, нажмите все, блядь, попрук. Вообще пизда. Тебя миссануло или ты проебался, не могу понять? Миссануло, похоже. Что-то дохуя миссов нахуй произошло. Да, да, нормально вроде тайминг. Палить. Немножко верно, верно. Нет, столько миссов не могло быть, нахуй. Чё, раз, два, три, шесть, шесть мобов нахуй въебало. Их там больше было вроде. Теневой. Ну, там скажу. Их было, там их было 8 штук, нахуй. Не могло у тебя 6 мясов пройти. Ты раньше въебал стан. А почему два копателя зашло в рейд? Ты аус не зашакрил своего, который на второй фазе или что, я не могу понять. А чё он пошел в рейд? А он стоял. А это с какой стороны пошли? Я что-то не обратил внимания. Это неудобно смотреть просто забыл через босса нахуй. Слева? Слева это где мы сейчас стоим? А, короче, я понял. Один отсюда и один со стороны Яши, да? Ну, с той стороны, где шаклиц. Понял. Холбаб, да, теперь? Камни локи поставьте, огурцы, возьмите все. У кого будет дебаф, нажимайте на дебафыч. Ну, дебаф от... от этого, от пронзающего холода, на кого будет кидаться, на второй файл. Не забывайте. У вас есть свой сейф. Личный какой-нибудь, условно, у каждого класса есть, не буду перечислять. И огурцы можете... Лёд, отдайте, пожалуйста. Отдайте неумирающему лёд. Давайте, берите, спасибо. Чемпы, блядь, всё высоцарило. Отчёт даю. Я тебя лучше сейчас опять тоже кину. Перед пулом. Таймер, эх. Копатели на пол. Блять, такой хард нахуй набирать огром в начале, блять. Пиздец. Без на пол. Паша, не повстанем, блядь. Копатели сейчас выйдут. На пол копатели. Так
меня закопается. В центр побежались. Ариан, ты первый боб даешь. Напоминаю. Доля выбежал. Ариан за ним. Покупателем сыграли. Один боб даем только на этой фазе. Ну, на этой перфазе. Больше бобов не даем. Давай, боб, давай, давай. Блять. Ёбаный рот, нахуй. Все, падайте нахуй. Пизду. Диван, дайте пока он. Дал. Не хилите, падайте быстрее. Встаньте все в одну кучу, умоете. Хамить. Сколько у тебя бабка, Дэриан? Окей, значит, будешь на второй перифазе давать баб. Не будем ждать, пока ты кидаешь, что долго это дело. Вой, дашь ты... Угу. Нет, стоп. Да, вой, дашь ты первый. 5 минут, когда его... Если без таланта. Ну.